Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, и я хочу вам показать, насколько эта игра информативна. Как много действий мы должны совершить, прежде чем мы начнем играть. Как много информации мы должны прочитать, прежде чем мы начнем играть. На разных языках должны прочитать одно и то же. Ну, может быть, не одно и то же, я не понимаю, что там написано все равно. Что-то про ЧВК какое-то нам пишут, которое у нас еще не открыто, и хрен знает, когда мы его откроем. Какие-то технические работы, на которые я никогда не попадаю. Это просто фантастика какая-то. И еще загрузка потом. И, наконец-то, мы можем подлицезреть в очередной 151 раз эти великолепные лого. Которые нельзя пропустить по-человечески. И очередная загрузка. Три загрузки. Прежде чем мы зайдем в меню игры. Да. Но зато, когда мы нажимаем кнопочку «Продолжить», мы сразу же возвращаемся в игру. Я не знаю, меня просто все время веселит. Это когда я захожу, это пока прокликаешь, пока дождешься. Вот, собственно. Да, забираем ежедневную премию. 5000 биоматериала. У нас уже на самом деле его довольно много. Давайте посмотрим, что там у нас по базе. База, платформа для боевого отряда. Третья строится. Собираем горючие ресурсы. Нам они нужны в большом количестве. Хотя у нас не так уже много биоматериала, как нужно, да? Ой, смотрите, еще собирать и собирать. Так, что дальше? Управление персоналом меня не интересует пока что. Ресурсы, разработка. По разработке денег нету, мы там сейчас разработку какую-то ведем. Давайте мы сейчас вернемся на главную базу. На главную базу вернемся, посмотрим. Так, это у нас... Давайте посмотрим, где мы можем тут высадиться. Вот у нас есть кнопочку Т, если мы нажмем на платформу содержания животных. Вот, на платформу. Давайте посмотрим, чего у нас тут творится-то. Я сюда еще никогда не летал. И потом еще вернемся на главную базу. Тут иногда, когда возвращаешься на главную базу, какие-то события происходят, те или иные, какие-то небольшие ролики проходят. Допустим, вот был ролик, когда я делал побочные миссии, вернулся на базу, чтобы в душ сходить там, да, и повыполнять, кстати, да, я выполнил миссии, наконец-то, эти, на обучение стрельбы. Но они все равно остались, можно их перевыполнять. Это единственная, по-моему, почти единственная миссия побочная, которую можно перевыполнять неограниченное количество раз. Вот, хотя вот эти миссии, которые подсвечиваются беленьким, тоже можно выполнять неограниченное количество раз. Вот эти вот, их можно делать и делать. Ну, может быть, один раз, не знаю сколько, но, короче, вот эти миссии можно выполнять еще. Так. Так вот, однажды, когда я... возвращался на базу, или когда я улетал уже с базы, но тут не столь принципиально, вышла такая Квайт и хотела со мной на задание полететь. Но Миллер, как обычно, сказал, мол, не гони, давай ее лучше пристрелим. Вот. На что Оцелот? Платформа... А, это понятно. Можно там пойти... Цветочки пособирать, что ли, да? На что Оцелот сказал, что... Да она же крутая. Дал ей пистолет и сказал, чтобы она постреляла в лопасти... вертолета. Ну, между лопастей вертолета, когда вот он, да, пропеллер крутится. И она таки постреляла. Но потом... Миллер такой говорит, а ну она же это вот, она же... Молчунья, как ты с ней будешь общаться? И тут до Снейка дошло, что действительно, как он с ней будет общаться? Никак. Ну и она пошла дальше сидеть в камере. Ну, у нас уже вроде бы пошел контакт, налаживаются отношения с ней. И сейчас мы почитаем... О, это ослики, которых мы спасли. Сейчас мы почитаем немного информации о ней.
Где-то у нас там в записях должна быть полезная инфа. Так. Как нам выйти? Теперь отсюда, а? Вон, лестничка пропустил. Здесь, значит, мы животных содержим. У нас тут несколько платформ небольших. Никакого персонала здесь нету почему-то. Сектор птиц. Ну да, у нас пару ворон есть. Пару мы захватывали ворон, было дело. Где-то медведь должен быть, по идее. Редкий. Содержание животных, сектор травоядных. Ну, явно не здесь. Я не буду, да, спускаться, травку собирать. Хочу на медведя посмотреть. Если он... Вот. И на самом деле вот этот вот ролик с молчунью я опять же не стал переигрывать и оставлять на видео, потому что на большинство вот этих всех роликов мне приходят жалобы от Konami, и после каждой жалобы я хочу просто забить и больше не выкладывать видео по Metal Gear. Да, вот Мишка. Волки, ага. Еще у нас, наверное, в Африке мы, да, каких-то животных будем тут брать. Так, что, закажем вертолет? Видимо, да, потому что по-другому мы отсюда не выберемся. Окей. А им шум вертолетов летающих не мешает? Вот, что еще? Вот эта миссия, конечно, со стрельбой, это капец был. Я уже ролики на ютубе посмотрел, да по ролику пробежался. Кому интересно, тоже поищите на ютубе по названию данной платформы. Можно найти много разных видео с прохождением этой платформы. Так. Это мы сейчас улетаем, потом на главную платформу будем возвращаться, да? Но я хочу все-таки вернуться на базу. Может, что произойдет, потому что я уже давно там не был. Ну и если что, мы в душ сходим и пойдем уже на миссию основную. И, кстати, у нас на базе столько алмазов, это капец просто. Я пока выполнял эти миссии, я их все еще по кругу прошел денежек, чтобы насобирать. Я чуть ли не 200 тысяч собрал алмазами денег. Исследования, кстати, у нас все дольше и дольше уже идут. Так, да, мы пособирали всякого хлама. Сома, кстати, редкая довольно-таки, у нас ее меньше всего, по-моему. Может, мы ее используем для чего-то. Так. Еще я хотел... Ну, давай, не двигайся. Послушать как раз про молчунью. Появление, перехват ракет после эвакуации молчуньи. А ну-ка. She hasn't tried anything funny, but that's what bothers me most. In particular, what does she have to gain by coming to Mother Base? I first thought she was under orders from Cypher to take you out. She didn't manage it in Afghanistan, so round two happens here. So I lighten the guard, and that lock on her door is a joke. You gave her an opening, and? Well, she hasn't killed you yet. And I hate to say it, but she's had plenty of chances. You made me the bait. Poisonous bait. What better? Anyway, she didn't bite. Quiet is keeping her silence. So I'm left with no idea again what she's doing here. We tried communicating with her through writing. That didn't work either. Whether she's illiterate, dyslexic, or just plain stubborn, she won't cooperate. I just don't get it. If she tried to contact the outside, it'd be picked up by our counterintelligence net. But it's clean. There's no sign she's had contact with the staff. Base facilities, nothing. She's almost got the men wanting her to try something, just to find out what she's up to. And she's in there putting on the failed soldier look, all downcast eyes and defeated sighs. But she doesn't kill herself. She can't be trying to leave Cypher and surrender to us. So what's the verdict? This may sound optimistic, but here's how I see it. Quiet came here to fulfill some objective. To kill you, maybe to destroy Diamond Dogs. Whatever it was, before she could do it, something changed her mind. Yes. When I look at her, I sense hesitation.
You think she betrays Cypher? Can't say for sure. I prefer the ones that talk. Anyway, we'll keep her under watch. And we're also looking into those special abilities of hers. You'll be the first to know if something comes up. Why not look in on her yourself once in a while? Right. Так, хорошо. К панели управления. Ну, что я ничего не могу сделать? А, это не та панель управления. Списку кассет. Да, елки-палки, как вот так, да? А, после эвакуации Молчуни 2. Босс, Квайт still hasn't made any moves. It's got me thinking. What? If you took her on a mission, she might break her silence. You want to let her out? Sure. Make her no different to the others. Everyone you pick up works for themselves, right? But her, I say work with her, see what happens. I wouldn't ask this of anyone but you. On missions, I'll make sure we have someone observing from a distance, and she won't be allowed access to all of the base. As for Miller, well, sometimes it's better to ask forgiveness than permission. The best part is, hiding is her specialty. If no one sees her leave the base, the staff will be none the wiser. And if she gets away? If that happens, you'll have to take care of her. But I have faith in you, boss. I think Quiet sees something in you. It's a big risk. But it's for the good of all of us. And besides, you can't deny her talent. Her unique skills and abilities would give you a hell of an edge out there. I'll think it over. Так, хорошо. How long are we gonna keep that woman here? You mean Quiet? My personal feelings aside, she's putting everybody on edge. You should hear the stories. I got sick from just standing guard at her cell. I won't stand on the same platform as that witch. She hit me for no reason. What is this, a private army or a kindergarten? The thing is, they're all serious. They're faced with something they don't understand, and a kind of mass hysteria has broken out. I've gotten wind of countless plots to take her out. There are no grounds for this suspicion whatsoever. Put yourself in her shoes, assuming they see her as a prisoner here. No, even more so, if they do, she deserves to be treated humanely. I always thought our men were a bit more noble-minded, but... Look, I understand this is a stressful line of work, but to make her the scapegoat... You've got it wrong. Quiet? She's with Cypher. We have men that lost their buddies to her organization. You could say that about more than just her. Plenty of the men used to fight for another side. But they've all put that aside to work for the boss. Cypher is different. And if you ask me, the boss is the biggest problem. Why is he protecting her? Some of the guys are starting to suspect him of... I don't agree with keeping her here either. So what's your move? Throw her out? Kill her? She's our ticket to Cypher. And her physical abilities are outstanding. We could use someone like her. That'll make me sick. Her marksmanship, speed, stealth capabilities for a start. Then, there are the other things we've learned. Quiet appears to be able to use both eyes as master eyes simultaneously. That lets her track targets of different focal lengths at once. While looking through the scope with one eye, she can look for new targets with the other. That's why she doesn't need a spotter. She can operate alone, no matter the circumstances. See, I told you she's a freak. No one would be able to control her. No, there's one person who could. И это босс. Hey, you trying to get the boss killed? Well, why don't we talk to him? See if he's willing to take her along. I don't like this. It's his decision to make. The two of them might even make a good team. Окей. Так, и допрос Хьюи я еще хотел послушать. Исследование клонов. Что за исследование клонов? Snake, you finally came. Just don't record this, okay? Not recording anything. What's this about? What I'm about to say stays between you and me. It's about the weapon to surpass Metal Gear. You know a researcher by the name of Clark? He works in the biotech industry, real advanced stuff. His area is bioengineering, but lately, he's also gotten into genetic research. Never heard of him. Well then, what do you know about cloning?
I think I've heard enough. Hold on, this is important. Cloning lets you create a genetic copy of an organism. You take the nucleus of one of its cells, and you swap it with the nucleus of an unfertilized egg from another member of the same species. They started out working with plants, but since then they've had success with other organisms, including mammals. It's a hot area for a lot of places right now. Corporations, universities, research groups. There's no shortage of scientists out to get famous and patent their work, with morality taking a back seat. Isn't that a little outside your field? It's got nothing to do with my research. But I thought it might be of interest to you. Cloning, and Dr. Clark, I mean. Go on. Now, this is really highly classified stuff. But I've heard that an American biotech company has successfully cloned a human being. What's more, it happened over 10 years ago, and the researcher behind it was Dr. Clark. You've really never heard of him? I don't meet many doctors. This Dr. Clark is a complete ghost, even to others in his field. His age, where he comes from, that might not be his real name. And I can't even say for sure he's a he. Clark's employer, ATGC, its company motto is embracing your hopes, preserving talent. What does this have to do with me? Cipher. Dr. Clark works for ATGC, and they have connections to DARPA. Cipher couldn't function without the communications network DARPA's built. Meaning, Cipher has to be a part of the Pentagon. Or at least, the two are joined at the hip. DARPA is a driving force behind human cloning. It's a pretty high priority project for them. And this Dr. Clark, some say he's a pivotal player in Cipher. But that's not all. Every cell nucleus in an organism contains the genetic information for that organism. Think of it as a blueprint for life. Clark appears to be working on how to decode this information and rearrange it at will. If you could do that, it would mean being able to custom design human beings for specific purposes. Can you believe that? Suppose for a moment that this is all fact. A man of your talents, if your genetic information died with you, that would be a terrible loss for mankind. But what if mankind could preserve you for future generations by cloning you? All right, enough. I get the idea. Look, I know it's inductive reasoning, but this weapon to surpass Metal Gear they're developing in Africa, I believe it's something that uses this new technology. Speaking as a fellow scientist, it chills me to the bone. That's rich coming from you. If genes serve as our blueprint, then I wonder if they include an impulse that drives us to tweak the design. Can you imagine that? Genes, encoded with information that wants its children to decode it. Is life itself putting the direction of our next evolution in the hands of scientists? I guess it would take some real arrogance to believe that. And yet, it could be what Cypher's after. I think you're barking up the wrong tree. But that was an interesting story. It'd make a good movie. You have to believe me. Where'd you hear all this anyway? Where? I just overheard it in bits and pieces while I was forced to do that research for them. Right. Wait a minute. Look, I want to help you. I want to be of service here. I'm risking my life with this. Is that so? Maybe it's time we brought someone else into the conversation. No, not him. Not Ocelot. You can't do this. Так, хорошо. Информация действительно интересная, но пока что не сейчас. Для нас она не так была важна на самом деле сейчас. Так, чего-чего там, боевой дух, чего упал у персонала? Я что-то пропустил или наоборот поднялся? Давайте на внешние задания отправим народ. Так. Поиск персонала Б мы сможем сделать, а, наверное, мы не подтянем, тяжеловато будет для нас. Кстати, вот тут денег дают валом, техника у нас есть,
45%. Да ну, блин. Найм персонала. Какие-то задания не очень такие, на самом деле. Засады на транспорт. С камерами наблюдения. Ну, в принципе, в поставке очков ночного видения. Ладно, давайте. За очками ночного видения пойдем. Отправим ребят. Так, хорошо, пока все равно заданий никаких других нету нормальных. Давайте на главную базу вернемся. И посмотрим, где же у нас... Да. Где же у нас Молчунья? Может быть, если мы действительно пойдем к ней и... Попробуем как-то с ней поговорить, уговорить. Ну, короче, попробуем сейчас. Может, она пойдет с нами на задания такие? И, кстати, я на побочных миссиях уже мехов попробовал. Очень они мне понравились. Как они там называются, эти мехи, что-то не помню. Сейчас посмотрим. Награды давайте заберем, пока мы летим. Потеря была. Так, хорошо. Четверых ребят получили. Разработка. Оружие, не оружие, оборудование напарника. Дэвокер, ну да, какой-то там шагоход. Или как-то так. Так, хорошо. Главная база. Давайте мы, значит, пойдем посмотрим, где может быть наша подруга. Я пока нажму на паузу, пока тут поброжу. Если она действительно тут вообще есть. Ну, в любом случае, посмотрим, если что, я к вам вернусь. Если нет, то пойдем на миссию. Я какой-то чемодан нашел. Что-то там было про систему Фултон и солдат написано. Но я, как всегда, не успел прочитать, что именно было написано. Так, ну и вроде ничего интересного пока... На базе нет. Ничего необычного. Просто огромная база. Можно туда вот перепрыгнуть. Но опять же, тоже там вроде ничего. Но вообще, я думаю, что мне бы подсвечивалось... Что с тобой? Подсвечивалось бы обязательно. Так. Вот в душ. Внедорожники. Подсвечивалось бы, да, что вот тут вот камера стоит, клетка, где держит эту подругу, и все такое. О, как приземлился удачно. Так. Пошли дальше. Плакаты здесь снимаю периодически. С этих плакатов можно будет потом... Ну, плакатом и коробку украшать. Пока, наверное, нельзя, я не знаю, почему. Ну, еще, на самом деле, много функций у меня закрытых. Вот, кстати, вот эту подругу тоже я тут часто снимаю. Она все время появляется и появляется. Давай, в душ. Бодрячком так. В общем, отдохнули, можно идти на миссию, я думаю. Восстановление физических и душевных сил. Вот. Где у нас тут карцер? Неизвестно. Ну, в любом случае, вызываем вертолет и отправляемся на следующую миссию. Список миссий у нас общий язык. Нужно найти британского пленника Попова по прозвищу Виконт в воздушном центре управления. Бла-бла-бла. Ладно, вызываем тогда вертолет на рандеву. Вот сюда, пожалуйста, давай. Вертолет я тоже, кстати, немного проапгрейдил. Что я там еще проапгрейдил? Да вроде много всего проапгрейдил, ну так, по мелочи, вроде ничего интересного.
вертолет теперь, по идее, должен быстрее прилетать, быстрее доставлять провизию, припасы. Ну да, ничего интересного пока не произошло. Прилетели, улетели, никаких. Ну вот по-любому пойду на какую-то побочную миссию, не на запись. И обязательно будут какие-то катсцены, какие-то сюжетные завязки. Прям как всегда. О, он, кстати, еще один чертежик был, или что это такое? Чемоданчик, да? Надо будет глянуть, посмотреть, что там такое. Ну, я забуду, наверное. И так уже вон, сколько мы сейчас времени потратили. Сейчас еще времени кучу потратим на следующую миссию. Так, продолжим. Давай быстрее продолжаем. Так, список миссий. Общий язык. Принять задание. Погнали. Наверное, да, сюда, не знаю, куда-нибудь высадимся. Давайте посмотрим выбор напарников. Молчуни у нас нету. Мы можем или пса, или Уолкера взять с пулеметом. Вот я ему, кстати, как раз пулемет поставил. Но давайте мы пса возьмем, попробуем сейчас все-таки как-то. Песика тоже прокачать хотелось бы. Чтобы это у него там, когда одежду ему даешь новую, у него появляется функция оглушить, но пока что нет. Будем, может, тоже денежек собирать на него. И я думаю, на роботе мы еще погоняем как-нибудь в другой раз. Транспорт нам вроде никакой не нужен, но я думаю, чё, зачем нам машину эту брать, зачем нам эти джипы, непонятно. Куча техники уже есть. Собираю потихонечку. Так, выбор персонажа. Я могу... О, могу брать вот этих ребят тоже. Слушайте. А давайте возьмем. Спортсмен, альпинист. Крепкий парень. При игре за сотрудника. Давайте вот крепкого парня возьмем. И миссию пройдем. Слушайте, это интересно будет. Форма. Маскировочный костюм одевай. Давай. Вариант головы. Балаклава или шлем. Как ты выглядишь? О, пойдет, пойдет такой. Хорошо, слушайте, это будет интересно. Давайте начнем миссию. Наверное, вечером начнем мы миссию все-таки. Чтоб проще немного было. Блин, полчаса к миссии готовились, слушали всякие диалоги. Игра, конечно, просто невероятно затянута. А что у нас во второй главе будет? Ну, вторая глава у нас началась, нет? Ну, короче, потом попозже начнется. Там потом пойдет такая жесть. Ой-ой-ой. Просто представить сложно. Пойдут просто переигрывания миссии из первого эпизода, из первой главы. Это просто, я не знаю, это бред, конечно. Надо было, наверное, снайперку взять вместо гранатомета. Ну, хотя тоже полезная штука. Так, давайте посмотрим. Переводчик. Виконт найден, виконт эвакуирован. А виконт и переводчик-то не одно и то же лицо. Ладно. Погнали, Диа. Уничтожение шлема выполнено. Отлично. Давайте отправим на следующее задание. Шлемов не будет хотя бы, и то хорошо. Так, список давайте, наверное, возьмем на... Отправим ребят на 66%. Нет, спасибо. Не будем отправлять. Так, складов... Фонарей. Давайте фонари уничтожим. 95%, 10% потерь. Все. Пошли, пошли. Что ты скулишь? Все же хорошо. Хороший, хороший песик. Ты не узнаешь Снейка во мне, да? Поэтому так вот ведешь себя. Так. Тут вроде бегать далеко не придется, да? Вроде как наша цель недалеко. Поэтому погнали. Так, давайте посмотрим.
Ага. Ага. Пошли, пошли, пошли. Все хорошо. Так, как мы песиком, значит, можем управлять? Можем ему дать приказ подождать и можем занять их. И вроде бы все, да, больше ничего. Приказ атаковать противника по центру вашего поля зрения и отвлечь его внимание. Песик, прелесть вот песика в том, что... О, переводчик. Прелесть песика в том, что он цели помечает. Я вижу уже таргет, можем сейчас таргет обезвредить. Эвакуировать. Не все так просто будет, да, тут? Или будет просто? Или это просто пленный? Так, я пропустил все, что мне рассказывали. Понял, что не надо эвакуировать переводчика прям вот так вот сразу. Но тоже не совсем понятно пока. Куда-то они подорвали прям. Вот, короче, пес чем очень полезен, это как раз тем, что он подсвечивает нам цели, которые мы вроде бы не видим, но он их чувствует. Вот пленника подсветил нам сразу. Вот этим он очень-очень классный, конечно же. Так, кто-то на нас светит там как будто бы. И вот это звук, наверное, да? Это подсветка. Да, подсветка. Давайте обойдем сюда. Extraction arrived at mother base. Lost the gods. This is your last chance. The Impia LR's Olifeldrecht. Hard in the inlichting for now. The MPLA's oilfield rights. Where did you get this information? I told you. I only know it was an anonymous source. It was an anonymous bro. Money for the football fund. You are not fooling anybody. Ask any of the others. Nobody knows anything. I see you, Mariana, probeer fra. Well, you'll let Sam's story opgemaakt. Dit is hoe kom jy nie die pritte kan vertrou nie. Weet jy hoeveel Afrikaners het onder die hele gelei tydens die Boereoorlog? You made up a story with the others. You British are all liars. You know how much the Afrikaners suffered because of you in the Boer War. That wasn't me. I said it was nie ein. But it was jylle wat ons verraai het! But it was you that betrayed us. It wasn't me. It was the Viscount. Genoeg! As jy niks weet nie, is ons seker klaar. Так, они типа дальше пошли. Мы за ними.
find some kind of plot. Development complete. Так. Или не дадим ему? Ага, понятно. Ладно. А если мы их это сейчас... Блин, нам, короче, надо было, да, это провести по всем пленным. Как мы за ним поедем, если они сейчас куда-то свалят? Куда? Они сюда могут свалить. Ну, там, конечно, будет жесть какая-то сейчас. Что мы можем сделать? Давайте сейчас попробуем... Сейчас всех эвакуировать отсюда, ребят. Разбудить переводчика. И пусть себе едет. Если такой вариант вообще проканает. Материаловед, хорошо. Берем. Его мы берем обязательно. Материаловед нам пригодится. Давайте вот этого мы сейчас... дипломата нафиг отсюда отправим. Уходим. Ночью только. Ну? Да видишь, никого нету, тебе кажется. Упал с машины просто. Бухнул, наверное. Садись, да поехал. Наверное, это долго будет, проще будет переиграть. Сейчас они тут кипиш подымут, да. А, нет, смотрите, смотрите. Он поехал вроде. А если я в машину спрячусь? Такой вариант вообще пойдет? Или он не едет? Я могу только машину это эвакуировать. Не едет. Ладно, переиграем сейчас быстренько. Нам понадобится машина. Поэтому давайте мы очистим себе путь к вот этой машине. Ну, я предполагаю, что нам понадобится машина. Смотря как далеко нам бежать придется. Вот, но пока что у нас есть тут возможность эвакуировать пару контейнеров. И я этим с удовольствием займусь. Фонарь на нас светит, но это не страшно. Там никого нету уже. Мы там все зачистили. Так, машина вроде недалеко, не буду вызывать как бы лишнего подозрения. Просто подойдем сейчас поближе. Мы помним, да, допросы проводятся только лишь ночью. Там только на этой маленьком участке базы остался только вот этот вот товарищ. This is your last chance. О. Подвижность это, наверное, к меху. У нас открылась, да, возможность проапгрейдить меха. Пока они там болтают, давайте посмотрим, что мы тут можем. Награды вон забрать. Травки немного и 20 тысяч. В комнате ожидания у нас 95 человек. Так. Денег у нас не так много, чтобы разработку какую-то начинать. Давайте, кстати, попробуем сейчас оборудование. О. Так. За прочности. Оп, секундочку. Так, диалог как раз закончился. Ничего я проапгрейдить не успел. Но давайте мы... So,
Вот этого товарища сейчас эвакуируем. Обоих. Дедок, найдено оружие. Я надеюсь, что сейчас ничего не это самое, да? Никто не запалит. Да, им пофигу. Так. Давай, давай, быстрее эвакуируем вот этого товарища и бежим за машиной. Чтобы не отставать от них очень сильно. Вот наша тачка. Давай, садись. Садись, садись. Поехали. Тихонечко. Не палевно так едем. Главное не встрять где-нибудь. Ой-ой-ой, как же ты ездишь-то, криво. Так, песик уже запалил одного, второго. Где-то там еще кого-то запалил. Ага. Еще одного. Я даже не знаю. Выходим отсюда, нафиг эту машину. На базу отправим. Давай, 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 давай. На базу, говорю. А мы пока пойдем. Попробуем туда прокрасться. Не знаю, как у нас получится. Ну, кстати, контейнеры, блин, надо брать контейнеры. Но тут народу куча. И все нас так и хотят запалить. Ага, вижу, куда они идут. Хорошо, мы, в принципе, туда тоже пойдем. Контейнеры мы можем забрать в любое время, поэтому я не стану сейчас лишний раз рыпаться. Пожалуй. А мы тихонечко проследуем к вот этому пленному. Буду надеяться, что это наша цель. Хотелось бы верить в это. Оп. А, это эти идут. Мы уже пришли. Хорошо. Давайте пока от этого товарища избавимся. Чтобы у нас тут был путь отхода, если вдруг чё. Хлоп. Хлоп. Давай, 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 давай. Улетай. 40 метров, достаточно далеко. Улетай. И кассету заберем, пока они там начинают допрос. Все, пошли, пошли. Пошли. Деваха какая-то. Зоолог. Блин, надо брать. Хвостун, стрелок, ой, переводчик. Ты кто у нас такой? О, это хороший товарищ на самом деле. Блин, там он еще один идет. Но они, может быть, разойдутся, когда они ее допросят и куда-то поедут в другое место. Мы можем пока побиноклить. Ну, тоже парень такой. Рубаха парень. Крепкий парень. Надо взять. Притаились. Правильно, поговорите с этим виконтом. Давайте уже, меня запарили. Походы за вами. Побежали, побежали. Блин, там он идет, тело. И это тело нас спалило. Вот это плохо. Стоп, я что, в клетку залез? Да. Ладно. Просто коробка, друг. Ты же знаешь, бывает иногда просто коробки.
пора, короче. Ой-ой-ой, вот там кто-то услышал что-то неладное. Эвакуируем зоолога. Кто? Кто это нас запалил? 60 метров тело. Ого. Ага. То есть таргет был не здесь. Ясно. Сейчас переиграем. Так, заходим. Я тут зашел с другой немного стороны, не на машине. Машина, кстати, наверное, нам все равно засчиталась. А, вот, мы зашли, значит, с этой стороны и можем эвакуировать здесь пару ребят. Пока никто не видит нас. Пока там идет допрос, как раз уменьшим количество народу здесь поблизости. И это будет нам на руку. Сможем зоолога спасти. Я думаю. Мы их просто вот так вот быстро оглушаем. И сразу же убираем. Так. Надо бы вот этого еще убрать, который тут спускается. Может, мы сможем его приманить? А, где наша... Здесь наша. Но он уже там близко слишком к ним подошел, блин. Можем взять Intel файл пока что. Как вариант, да? Все вот эти полезные записи можем почитать, которые тут есть. Пока они там допрашивают. Че пишут? Че пишут? Во. R. А, это чертеж. Взяли стан граната. Угу. И получили. Можно пропустить. Это ерунда. Так. Место заключенного. 368 метров. Где-то там. Так, а теперь бы мне вот этих вот ребят как-то увести. Вот этого можем. Оп-оп-оп. Смотрите, хорошо как мы. Чётенько, может он пойдет сюда, зайдет, заглянет к нам. Да, ой, алмазы там. Алмазики. Подняться решил? Ну, тоже можно, я думаю, чё б нет. Давай, давай, иди уже быстрее, ну. А? Давай, пока тот не повернулся. Вроде сзади никого. О, ну как это так? Ну это вообще... А я такой, значит, перезагрузился, и у нас... Цель-то осталась? Да, осталось. Давайте мы пройдем сюда сразу, да и все. А потом за зоологом вернемся. Надеюсь, она еще выживет к тому времени. Может быть, потом даже зачищу тут все. Сейчас пока что мы как раз заберем пленного. Вот так. 80 метров. Присядем на всякий случай. Там вроде никого нигде нету, да? Тут можно спокойно
зайти. Ну ты кто? Хвастун. Нам, короче, не хватило буквально пары ударов сделать, чтобы его оглушить, того парня, который тревогу поднял. Он просто упал с этой лестницы. Навык хвастун. Да, это он. Это он. Иосиф Кобзон. Хорошо, а теперь пошли туда. Переводчика, да, сейчас заберем. 3 из 7 сделано. Так, ты как, друг, полезный? Бесполезный, друг. Тихо. И теперь сейчас точно таким же макаром мы туда заходим. Ищем того заулка. Хотя можно и тревогу даже поднять. С другой стороны, без тревоги было бы прикольнее. Хотя мы получим, да, минус за то, что мы переигрываем. Так хоть может без тревоги получится. Надо попробовать. Так что давайте. Оп. Там на нас светят. Не хочется сейчас этот расходовать глушитель, он нам еще может быть пригодится вот там, там где куча народу. На самом деле народу здесь не так много. Ну, попробуем сейчас проползти. Ну, когда ползаем, нас вообще почти не видно, да? Так что попробовать определенно стоит прямо перед лицом у него. Слушайте, а сейчас тебе сейчас допрос закончат? Зоолога, да, и... Ладно, я погорячился, по-моему. Придется таки эвакуировать друга. Как бы нам... Так, а зоолог хоть остался живой? Или вот... А, спать кто-то пошел, походу. Да, реально спать пошел. Зоолог живая? Тихо. Да, живая еще, слава богу. Хорошо. И этот еще здесь сидит, так что тут все нормально. Пока все по плану. Там еще кто-то дрыхнет. А! Собака. Собака зоолога моего. Ухлопал. Блин, а я надеялся. Так. Короче, все, уже не хочу без... Как будет, так будет. Глушитель у нас уже сняли. Так, кто меня видит? 60 метров, там какое-то тело меня заметило. Ни хрена себе. Какие они зрячие могут быть. Все, просто валим. Переигрывать не хочу. Зоолога убили. Хотя, может, переиграть, чтобы зоолога не убили. Блин, не хочу зоолога терять. Ненавижу переигрывание, ненавижу эти контрольные точки. Ненавижу эту игру уже. Всех тут оглушил, к чертям. Теперь забираем всех.
Два тела осталось. Всех заберем. И потом разнесем эту базу к чертям. И зоолога спасем. Правда? В обморок аж упала. Бедняжка. Так, а здесь, ребят, мы встретим. Есть. Все, тихо, тихо, тихо. О, цель задания — это спасти заложников, значит, была какая-то из целей. Все, забираем. Окей, и последних эвакуируем этих ребят. Там еще контейнеры у нас были. Есть, тоже типа они спалились. Перезарядимся. Сейчас, пусть ближе подойдут, чтобы по ним было удобнее попасть. И этих тоже сейчас ухлопаем. Блин, не могу попасть по нему. Не вижу просто. Ну, есть один. И есть второй. Хорошо. Еще вон одно тело бежит к нам. Сейчас мы его тоже заберем к себе на базу. Машина, кстати, у нас тут есть. А я боялся, что машины не будет. Все у нас есть. Забираем машину. Забираем всех. У, смотрите, там вон еще один. Оказывается. Так. Ну что, давайте. Эвакуируем тебя. Эвакуируем тебя. Эвакуируем тебя. Так, заберем. Вот эти вот штуки надо забирать по-любому, ресурсы. Без них что-то вообще никак. Огненные, которые... горючие, не огненные, горючие ресурсы надо забирать. Так, тебя. Что мы еще? А, алмаз здесь был снизу где-то, да. Где он там был? Вот он. Или что это такое? А, алмаз и мышка там еще. Ну, мышка нам нафиг не надо. О, соточка. Пойдет. Пойдет. Хороший пес, да. Согласен. Глушитель наш валяется. Или что там валяется, непонятно что, но что-то валяется. Так. Ломаем вот это безобразие. Вот это забираем, забираем. Это мы можем еще раз прочитать. Good, good, good. Мы это пропускаем. Да, уже бесполезно все равно, так что. Где-то мы видели еще сочные контейнеры. Вот они. Вот они, прелестные мои. Забираем. Как раз один из них вот этот. Да, ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Слезь. С горючими, по-моему, ресурсами. О, а вот пост даже захватили, пойдет. Так, отлично. Отлично. И вот это можно тоже к чертям расстрелять. Потухнет свет везде. Уже на улице и так светло, поэтому без разницы. Так, и где-то тут еще была антенка. Вот антенка. Ее расстрелять не получится. Тут можно или С4, или гранату. Мне последнее время что-то гранаты понравились. Вот она у нас, кстати, тут есть. Можем ее подкинуть. По идее, еще вторая должна быть. Такая тарелка где-то.
по-моему, по две штуки на каждый пост. Обнаружено дикое животное. Где? Кто? Мышка какая-то, да? Понятно. Мышка нам не особо интересна. Так. Вот здесь пробежаться буквально еще пару минут. И можно будет эвакуироваться, наверное, я думаю. Уже. Соберем тут все, что можно. Ну, вроде второй тарелки я не вижу, как ни странно. Но пулемет можно забрать. Да. Чё это такое? Чё там помечено? Я что-то не понял. А-а-а. Согласен, забираем. Ну, все, закончились у нас эти. Не буду сбрасывать поддержку. Останемся мы без... Без... Что у нас? Ближайшая... Даже не знаю где. Давайте вот сюда пробежим. Наверное. Тут недалеко вроде. Вот, как раз мы там выйдем сейчас из-за предела задания. Кстати, вот эту штуку надо было взорвать и вызвать вертолет прямо сюда. Чё-то как-то я, да, сплоховал. А, вот, кстати, вторая антенна. Все правильно. Все правильно. Ну, мы уже пробежимся тут уже. Не принципиально, я думаю. Я, правда, что-то не обратил внимания. Вон он летит, наш родненький. На главную базу 16 человек, один пленный. Куча всякого добра. Проблемы с энергией. Обеспечение связи Африканос. Вот, теперь мы можем... Можем теперь нормально... Эсочка. Вот вам и эсочка. Что у нас? 4 пленника. Из лагеря всех эвакуировали. Без повторных попыток, естественно, не считается, потому что миссию я переигрывал, без убийств считается, без боевых тревог тоже получилось. И вот эсочка у нас вышла. Боевых тревог нету, ранений нету. 8 тактических побед, 13 выстрелов в голову. Кстати, за выстрелы в голову неплохо так тоже идет. Меткость 60%, нейтрализации 22%. Отметки. Что за отметки, я не совсем понимаю. Допросов не было, естественно, потому что я не понимать, что они там говорят. И, кстати, я псу не давал никаких приказов, да, наверное, поэтому у меня вот с ним уровень связи не повысился. Надо будет потренировать песика на побочных заданиях. Мы заработали, короче, 266 тысяч. Надо, наверное, будет сейчас пустить это в дело все. Turns out he's a real two-faced son of a bitch. He was planning to secure the MPLA's oil field rights for himself in exchange for swapping the CFA's alliance from the anti-government Uniter rebels to the state-backed MPLA. He hid this from the Afrikaners, but once he thought the jig was up, he tried to pin it on the other British personnel and take off. The Afrikaners captured him, and that was when he asked us to rescue him, and only him. I'll throw him in the brig for now, but... We may have to be extra persuasive with this one. By the way, boss, we got some interesting news out of our friend the Viscount. He mentioned that more than a few PFs in the region have purchased Walker gears. The CFA's the same. That's Soviet Army technology, and it's still a prototype. Only Cypher could be leaking it to the PFs. But the question is, why? Окей, получено копье. И целая гора элитных солдат, на самом деле, сейчас мы от гору отхватим. Хвостун, материаловед.
Пусковые установки. Оружейник. Переводчик африканос. Зоолог. Наверное, как раз позволит улучшать наших боевых питомцев. Ну и куча народу с Б-навыками. Так, хорошо. Я думаю, что на этом пора серию заканчивать. Сейчас посмотрим, где мы тут. А, мы просто вышли. Где наш вертолет? По-моему, я просто выкинул бабки на вертолет только что. Вообще капец. Просто вот так вот, в никуда. Выкинь деньги навсегда. Да. Ну и у нас следы призраков. Уничтожите все Уолкер-гиры в заброшенной деревне Дитади. Где-то рядышком, да, походу? Где я? Вот я. Да, рядышком. Кстати, рядышком много побочек. Вот. Ну, такое. Здесь мы, кстати, да, всех забрали. Материаловеда, зоолога, чертежей. Немного. Ну, ладно, ребят, на этом мы в любом случае с вами заканчиваемся. Я уж там потом на базу, наверное, вернусь, может быть. Или подождать, пока нам скажут, возвращайся, мол, на базу. Наверное, да, подожду. Вот, а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.